даже не лякайтеся, це просто така підсвітка. А я душу смотрю, такое синее все. Не, это просто такая подсветка. Да я понял. Нормально, что красиво, мне нравится. Понятно. А вы никогда не жили в городе Умань? Умань? Нет. Да, нет. Я вообще не так в, на одну... в Украине была очень мало. Ну, редко. Понял. Похоже мне дуже на одну жінку. Вона у нас тут колись працювала на ігрових автоматах. Ну, в моєму місті. Я из Молдавии. Думал, понял. Думал, а вдруг такие совпадения? Бывает, знаете, бывает. Да. Понятно. И что, как у вас здесь получается с кем-то общение или плохо? Ну, конечно, да, почему нет? Да? Ничего себе. Понял. А не тоже, как так с кем? Бывает, что да, бывает, что нет. Не, ну смотря, знаешь, какие преследуют цели. Вот, допустим, если выходят с целью там, ну, сам понимаешь. Обматюкати, да, обматюкати. Да, даже не поматюкати, а тут разные... Випити. Им кажется, просто пити водичку. Не верят, что просто людина может воду пить. Может, почему? И воду может, может и чай пить. Может. Да и пиво может, что? Понимаешь, как, если человек адекватный, как бы, общение может, ну, происходить правильно. В любом виде, да. Но если человек неадекватный, то ему что, водичку пей? Что пиво? Одинаково. Ну да, есть там каждого, да, свои, блин. Ну, только что, я все включил, честно вам скажу, я включил все страны. Ну, попався вам до Польши. Блин, только Польша, сразу в них просто пиво, куча крику, куча цей. Только трошки попадает там Німеччина, там десь цей. В них уже может быть даже на столе там стоять какие-то там элитная випивка. Уже они так... Не так, як всі себе ведуть. Ну, блін, цікаво такого віці, якби я от такого, блін, подивитись. Ну, даже чехи теж, да, то бутилка пива сразу в руках. Не, ну, понимаешь, как, в основном, если человек хочет выпить, да, но он еще не настолько алкоголик, чтобы бухать сам с собой, поэтому он ищет себе, ну, хотя бы видимость компании, да, собутыльника, поэтому и рулетка, принципе, поэтому и выпивка, да. Поэтому и... Принципе, в общем, да, все, да. Понятно. Или люди, которые занимаются там какими-то глупостями, да, им тоже нужен партнер. Вот они сюда тоже выходят в поисках на партнера. На Россию пусть это занимаются. На Россию, пожалуйста. Ну, только не это. Ну, что? Туда, пожалуйста. Я вообще с ними не общаюсь, не могу с ними, блин, капец. Кем, с Россией? Россия, это вообще. Да. А вы как? А что, что с ними говоришь? Вы что? У меня здесь Украина, так? Я вот скажу, ну ладно. У меня здесь есть по телевизору. Я сейчас на балконе, есть телевизор. Я даже еще это говорю, трошки на украинский, трошки на российский. Я находился в центре Украины. На телевизоре у нас даже по телевидению показывали чат рулетку. Представляете? По телевидению чат рулетку показывали? Да. А откуда я узнал вот эту чат-рулетку вообще? Нифига себе, а что это? А вот так вот, да. А так мы, например, с вами общаемся, а там идет эта трансляция. Прям в телевизор? Прям, есть же у вас YouTube, прописывайте. Первый канал, не як це він. Прямой канал, Андрей Полтава. И, пожалуйста, ціла студія людей, ну да. Почему это? Нет, это серьезно? Это людям интересно? Не, ну я как интересно? Там просто те люди, что за поребриком, как бы, там, они такой бред несут. Такая фигня. Вот я тоже не верю. Нет, просто, я тоже не верю. Нет, просто понимаешь, я вот сейчас я представила такой контент на телевидении, да? То есть сидят люди и смотрят чат-рулетку? Да. Слушай, ну здесь же иногда такое... А там они вырезают, роблят, все там они правильно роблят. Так они не в прямом эфире общаются? В прямом эфире, в прямом эфире. Ну а как же из прямого эфира можно вырезать? Как-то делают, я не знаю. Да, потому что это не прямой эфир, наверное. Ну вот ты сам листаешь клетку, ты же видишь, что оно через раз попадает у тебя, извини меня, дрочеры. Ну так, грубо говоря. Как прямой эфир, да. Если в прямом эфире, как ты это можешь вырезать? Блин, ну нема вас сейчас Ютуба включить, чи себе запишить, подивитесь. И побачьте, серьезно, просто что, ну... Я просто не представляю, как это сделать технически.
Скорее всего, это Так все все-таки там делается. нарезка этих, ну, Все там записи. делается, что там его делать? Да нет. Да Там нет, это записали запись, все это там. скорее всего, скорее всего, А, запись. может быть, я понял вас, может быть, была запись, а они именно в телевизор включили в то время. Это у нас было год на запись, честно. Ну, что Вони вже можно. якби дуже Смотри, прикольно, коли чат-рулетка тут. у вас какая популярная на Украине, ее даже показывают в телевизоре, батюшки мои. Да. Ну, то що вони показують? Вони ж показують таке, що ну побачите, та потім поймете. Я ось, наприклад, я ж вам говорю, я Не, з честно, росіянами взагалі не я не общаюсь. смотрю телевидение, поэтому я даже не буду искать. Правильно. Честно, скажу честно. Я понял. Ви знаходитеся в Мол... Я вам поверю, что Да, ви есть з такое. Молдавії. Ви з Молдавії. Працюєте в Італії, так? Ну да, с Кишинева. О. Ну, как бы они тоже вас же там трогали или нет? Вообще, вам эти темы вообще на что надо? Ну, кто? В России кто? Что трогали, не понял. Ну, там, где вот Одесса. Покусали они всех. Они на Чечню там напали, на всех нападали. А мы при чем здесь? Понял. Где Молдавия, где Чечня? Я помню. А, знаете, что я помню? Мне уже, ну, много лет. Я помню войну в Приднестровье. Я, кстати, помню ваше УНАУНСО, которое воевало у нас в Приднестровье. Это я помню. Я даже лично Понял. была знакома с некоторыми из этих, из этого, из УНАУНСО. Ну а сейчас там як ходят? Русские там ходят? Где? С автоматами. Ну, в Ну, Приднестровье. миротворцы, Где? да, стоят, конечно. А, Ну, там, понял. кстати, ваши украинцы там тоже стояли, миротворцы. Украинские войска там тоже стояли. А вы не знаете об этом, что? Я думала, Так все как бы знают. я не очень такой, ну, возраст, так бы. Раньше я с этим вообще не дуже Не, так ну и подожди, подожди, цікавився. возраст, причем здесь возраст? Сейчас, вот раздают паспорта в Приднестровье украинские, не знаешь? Правда, не знаешь? Я в центре Украины, я вам кажу, я. Ну, ваша страна, Украина, раздает паспорта в Приднестровье. Что бы это ни стало? Все приднестровцы, там процентов, ну, наверное, 50 или 60 приднестровцев, именно вот этих, они с украинскими паспортами люди. Не знаю, честно, я сейчас вообще не могу понять. Странно, да, Украинский. у тебя странно, да? Тебе по телевизору такое не скажут, потому что А ну давайте чару. Ну это якось. уже для вас неудобная информация. Почему? Не, ну почему? Ну если Ну, потому объясняет, что да, вы, нормально получается, скажете. потому что получается, ваша Ага. Украина влезла во Да. внутренние дела Молдовы. Ведь Приднестровье Да. это Молдова, как вы считаете? И там сейчас наши, получается, Вы военные, считаете, украинские, да? вы, вот лично Я не вы. понимаю вообще, я вообще не Лично вы, понимаю. как считаете, Ого, Приднестровье, это як на Молдова? натяжку. Я не знаю, конечно, Молдова. А почему тогда ваша Украина раздает там паспорта свои? А ну давайте, фото, видео, доказы. Что фотку видео доказывает? Не, у вас, может, есть, вы так уже У утверждаете, меня нет говорите. украинского паспорта, я не живу в Приднестровье, но все приднестровцы могут легко поехать на Украину и получить украинский паспорт. Легко, за 3 месяца. У меня моя родная, двоюродная сестра, у нее украинский Капец. паспорт. Она живет в Приднестровье, у нее украинский паспорт, у всех ее детей украинский паспорт. И вы выдаете украинские паспорта на основе приднестровских документов. Это значит, что вы их признаете. Офигеть. Хорошо. А белорусы? Вы признаете белорусы? И в своем уме, я же признаю. Да, фу, блин, добрый хоть ся, блин. Фу, блин. Я даже Капец. Украину признаю, просто я хочу, чтобы Украина признала, что она вмешалась в наш молдавский конфликт внутренний. Понятно. Да. Капец, вот видите, как И тяжко, блин. ваши вот это УНАУНСО, Ага. Корчиенский и прочее вот эта вот, ну, история, да, они воевали в Приднестровье на стороне приднестровцев. Они убивали наших молдавских полицейских. Ах ты. А я что думав, що ви вийшли на Україну та й. А це ви нас такого з
понял, короче. Я не, я, слушай, ну вышла на Украину, Блин, ты же сам, капец. начал этот разговор, я ведь Не, ну не вообще, я начинала. думал, что вы там живете, Виталий, у нас багато тоже из Украины працює, Виталий. И что? И что теперь? И теперь вы, Все. перестали быть агрессорами в сторону Молдовы? Вы перестали быть, Да я не ну, был вы агрессором, вы перестали, что? вы от этого перестали быть Вы кажете, я знаю участником эту конфликта в историю. Приднестровье или что? Вы Если кажете здесь, вот ту историю, что я знаю, если что там Виталий российская прочует армия там много стоит. ваших украинцев, что от этого изменилось в политике между странами Молдовы и Украины? Что Украинцев. изменилось? А? Украинцев, а вы кажете украинцев. Я Украинцев. говорю так, как мне удобно. Я вообще могу Понял. сейчас перейти на молдавский язык, вы меня вообще не поймете. Все Просто точно. скажите спасибо, что я с вами говорю на том языке, который вы понимаете. Ого. Да. Что, странно все, да? Чего вы тебе смеетесь? Это Все конечно, ну блин. странно тебе, тебе все странно. Я Ох. понимаю, что твой телевизор тебе не покажет, как воевали ваши доблестные УНАУНСО за русский мир в Приднестровье. Я думаю, что они тебе этого не покажут. Но я это помню, и молдаване это помнят, поверь мне. За русский мир? А за что они там воевали в Приднестровье? Окей, не, я не знаю, не, я туда не лезу, вы что, блин. Я просто, ну, Нет, у меня понимаешь, центр Украины. когда вас прижимаешь за хвост, вы начинаете вилять хвостом. Да, нет, я не знаю, я не лезу, это не мои, я не знаю. А надо знать, потому что это твоя страна. Диви, бо, це капець, тетя, я не знаю, на що воно вам надо? Чи ви, може, блогер? Что надо? Блогер, я бачу, що там такі Ти сам серйозні. начал Ні, этот там вам разговор. розкажуть. Все, Вот пока, заметь, там вам я розкажуть. блогер, я выложу этот разговор, и ты пойдешь и Добре, посмотришь, там ладно. кто Так, начал пока. этот разговор. Ха-ха, стекло.